Впечатление отрицательное. Вот. Ну, что по игре можно сказать? То, что мне некоторые моменты непонятны в игре нашей команды. На самом деле, когда вроде бы достаточно неплохо работали, такой недельный цикл был. Вот. Но выходим на игру, и куда-то все пропадает. Какая-то нервозность. И начинаем играть не в тот футбол, который нужно играть. Вот. И понятно то, что первый тайм мы, считаю, что полностью провалили. Во втором тайме была более содержательная игра, были замены сделаны. Вот. И, ну, я ребятам сказал то, что вот ответственность за сегодняшнюю игру, за проигрыш, наверное, в большей степени на меня ложится. То, что некоторые футболисты, которые вышли на стартовом составе, они полностью не попали в игру. Полностью. И если бы это был один игрок, это, может быть, какое-то дело было поправимое. А когда выпадают 2-3 человека, на самом деле играть достаточно тяжело. Вот. Ну и наш бич, конечно, мы уже какую игру не можем забить хотя бы мяч. Отсюда и такой печальный результат. Ну, тяжелая игра, скажем так. Первый тайм понравился и содержанием. Второй тайм, скажем так, ну уже как бы, как ни крути, выездная игра, команда выигрывает. Поэтому ребята чуть-чуть подсели. Ну и как бы Торпеда сделала хорошие замены, которые действительно освежили игру. И, скажем так, защитникам было нашим очень тяжело. Но благодарен ребятам, что дотерпели все-таки и как бы довели игру до победы.